1 сентября в школы Подмосковья отправились более миллиона учащихся. В течение всего учебного года под особым контролем комфорт и безопасность школьников и педагогов. Одним из самых обсуждаемых вопросов остается школьное питание. О том, кто и как следит за его качеством, в нашем следующем репортаже. За качеством школьного питания следят специалисты Роспотребнадзора, поставщики, педагоги и администрация города. Не первый год в области работает программа «Родительский контроль», которая помогает навести порядок в школьных столовых. Родители могут проверить качество и вкус еды, проследить за чистотой в помещении. Для участия в проекте нужно обратиться к директору, классному руководителю или зарегистрироваться через школьный портал. Но главным критерием, конечно же, остается мнение самих ребят. Я больше всего люблю кашу, потому что она здесь вкусна очень. Омлет больше всего. Манную кашу. Она сладкая и вкусная. Манку, потому что она у них очень вкусная. Помимо модернизации пищеблоков, в лобнинских школах стараются создать хорошее настроение. Помещения столовых оформляют в разных стилях и создают уют с помощью цвета и освещения. В третьей школе, например, столовая оформлена в стиле лондонского кафе, чего не мог не оценить временно исполняющий полномочия главы городского округа Игорь Демешко. Он познакомился со школьным меню и продегустировал блюда, приготовленные на завтрак. Очень вкусно. И каша с маслом, с сахаром, и чай тоже с сахаром, сладкий. Обычно не завтракаю, но здесь съел полный комплект. Игорь Демешко пообщался с директором и заведующим школьной столовой, поинтересовался, как организованы школьные завтраки и обеды, какие производители поставляют продукты. Сегодня 90% питания в школах местного производства, а круг поставщиков достаточно широкий. В Лобне с образовательными учреждениями работает комбинат школьного питания, специалисты которого строго следят за качеством и обязательно интересуются мнением детей и родителей. А мы следим, мониторим, опрашиваем детей, мы смотрим, сколько осталось после того, как дети поели. Я хочу сказать, что дети с удовольствием приходят, с удовольствием кушают, им все нравится. Ребятам предлагают котлеты куриные, тефтели. Самые любимые, конечно, пельмени, которые в прошлом году были новинкой, до сих пор дети их любят. Картофель отварной, пюре, рис, плов. Стандартные блюда, которые рекомендованы для питания детей. В начале прошлого года Лобня вошла в тройку лучших городов Подмосковья по качеству питания. По итогам опроса, проведенного среди 870 тысяч учащихся, как младших, так и старших классов. Снижать планку в городе не намерены, потому что уверены в том, что питание играет в жизни любого человека очень важную роль, а уж в жизни ребенка тем более. И правильный рацион – это залог здоровья, успеваемости и нормального развития школьника. Наталья Приловская, Александр Михайлов, Денис Рокин и Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».